ФСБ – это большой корпоративный банк, который развивается в различных направлениях, развивает корпоративные университеты, помогает сотрудникам обучаться. Дирекция IT растет, развивается. На сегодняшний день мы представляем более 2000 сотрудников, что составляет более 10% от общей численности банка. У нас очень большой департамент развития, который включает бизнес-аналитиков, проектный офис и многие другие ключевые функции, такие как импортозамещение, такие как цифровая трансформация. Также у нас хорошо развита корпоративная часть, участие в таких конференциях и в спортивных мероприятиях позволяет мотивировать наших сотрудников на большие дела. Почему мы снова на Analyst Day? Потому что мы хотим учиться, мы хотим знакомиться, мы хотим рассказывать о себе. Чтобы расширить свой кругозор и понять, как это сделать и какими инструментами. Умудрилась узнать много нового из того, что ранее не слышала. Также я успела познакомиться с огромным количеством крутых, настроенных на результат людей и в восторге от того места, куда попала. Спасибо нашему руководству за возможность поучаствовать, обменяться опытом с коллегами. ФСБ вперед!